Итак, в этом году в первый раз мы пробуем мероприятие Сколково Aura Day. Технологии виртуальной реальности активно развиваются в фонде Сколково. И сегодня мы собрали более 30 проектов в этой тематике. Сейчас, секундочку, можешь кликер? Да, 5 секунд. Так, у нас... Вот. Меня зовут Ходаков Сергей, я операционный директор кластера информационных технологий. Сегодня у нас пленарные сессии Екатерина Филатова, руководитель Ассоциации виртуальной и дополненной реальности. Григорий Лещенко, старший инвестиционный менеджер Сколково Венчурс. Александр Лавров, генеральный директор компании Визера. И Алексей Калинчук, руководитель направления дополненной виртуальной реальности кластера информационных технологий Сколково. Итак, говоря о технологиях, которые могут изменить нашу жизнь в ближайшее время, мы зачастую вспоминаем о тех направлениях, которые говорит Гартнер. Это технологии искусственного интеллекта, это технологии интернета вещей. Но стоит отметить, что в пятерку ключевых направлений является технологией дополненной виртуальной реальности. И это те решения, которые уже скоро изменят нашу жизнь. Они базируются на двух базовых вещах, на двух технологических проблемах, которые необходимо решить. И первая проблема — это создание полноценного опыта погружения. И, конечно же, создание цифровых двойников, то есть оцифровка цифрового пространства. По сути, имея эти два направления, мы переходим совершенно в новую платформу. Платформу, которая меняет тот способ бизнеса, который мы ведем, тот способ коммуникации, как мы общаемся друг с другом, как мы подходим к решению бизнес-задач, моделированию, продаже, маркетингу. Если вспомнить нашу жизнь за последние 20-30 лет, то все вещи, все технологии, которые поменяли нашу жизнь, это прежде всего появление компьютеров, которое принципиально поменяло способ ведения бизнеса, развитие интернета, мобильности. И сейчас мы стоим на пороге новой платформы, дополненной виртуальной реальности. Давайте посмотрим, где мы находимся с точки зрения этих решений. Еще недавно мы думали, что технологии виртуальной дополненной реальности — это попытки, это первые шаги, это зона экспериментов. Но уже сейчас мы смотрим, что технологии виртуальной дополненной реальности пользуются миллионы людей по всему миру. И технологии из зоны экспериментов, из зоны первых проб переходят в зону массового потребления. И это произойдет в ближайшие несколько лет. Как раз это то время, когда возможно появление новых компаний. Это самое лучшее время для появления новых стартапов, новых решений. И, конечно же, новые решения на базе новых технологий создают колоссальные конкурентные преимущества для бизнеса. Уже сейчас в фонде Сколково реализуется целый ряд компаний, которые решают бизнес-задачи наших клиентов, создают конкурентные преимущества. И многие из этих компаний представлены как на этом слайде, так и на выставке, которая проходит в рамках конференции. На этом, коллеги, большое спасибо. И сегодня хочу пожелать всем нам эффективной работы, интересных бизнес-идей, новых бизнес-моделей и, конечно же, по итогам успешного развития бизнеса и появления новых технологических компаний. На этом спасибо и прошу считать конференцию открыто. И передаю слово руководителю направления дополненной виртуальной реальности Алексею.